И все-таки своя елка, ветка, ну, а у тебя своя. Ладно, буду ордера оформлять. С 1 января. Не-не-не-не-не, постой. Почему это с 1? Ты давай прям сегодня, понимаешь. Че тянуть-то? Так ведь Новый год. Ну и что? Примета такая. Как Новый год встретишь, так потом и... Ну вот я и хочу, понимаешь, без них встретить. Так что, значит, оформляй сегодня, понял? Так точно. С наступающим. Волки позорные, а? Ну позор. Фраеры дешевые однозначно. А? И на черной скамье. На скамье подсудимые. Господа, это чудовищная провокация. Мы должны связаться с президентом. Вы как ребенок, честное слово. Можно подумать, он не знает ничего. Откуда же ему знать? Я же у него с докладом сегодня не был. А кто ж, по-вашему, нас сюда пристроил? Кто-кто? Рыжий однозначно, паразит. Волк позорный. Точно рыжий. Только ему такое в голову могло прийти. Нет-нет, господа, это не он. Я Анатолия Борисовича давно знаю. Он человек способный на многое, но не до такой же степени. А чего ж мы все тогда тут, а он? Вот где он, где? А, с наступающим. Цыганка с картами, дорога дальняя. Дорога дальняя, казенный дом. Быть может, старая тюрьма центральная. Меня, парнишечку, по новой ждет. Все ночи полны огня, Таганка, зачем сгубила ты меня, Таганка, я твой бессменный арестант, погибли юность и талант в твоих стенах, Таганка. Вот так вот, дорогие товарищи, поиграли в демократию и хватит. А я, между прочим, еще летом диктатуру предсказывал. Ой, братцы мои, а я вообще 5 лет назад однозначно, когда меня в первый раз не выбрали. Потому что не надо было союз разваливать. Снявшие голову, я извиняюсь, по волосам не плачут. Вы бы уж молчали про волосы-то. Меня, десантника, героя Советского Союза, простым вертухаем, а? Ну, почему простым? Старшим. А, тогда другое дело. И учтите, это ваш последний шанс вернуться наверх. Так что... Ну, вот за это не волнуйся. Будут как шелковые. Ну-ну-ну-ну-ну. Палку-то тоже не перегибайте. Один из них, возможно, будущий президент России. Это который? Эх, Павел Сергеевич, Павел Сергеевич, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Таганка, все ночи полные огня. Таганка, зачем сгубила ты меня? Таганка, я твой бессменный арестант. Погибли юность и талант в твоих стенах. Таганка, я твой бессменный арестант. Погибли юность и талант в твоих стенах. Прощай, любимая,
больше не встретимся. Дороги разные нам суждены. Опять по пятницам пойдут свидания, и слезы горькие моей родни. Ну что, мужики, магаданское время 00:00. С Новым годом! Да, с новым, как говорится, счастьем. Поехали. Северное сияние. Люблю. А хорошо пошло, да? А теперь давайте думать, как будем обустраивать барак. Предлагаю создать блок. Наш дом — тюрьма. А голосовать как будем? Опять сердцем? Кончай базланить, мужики. У нас дел полно. Какие у вас дела? Все дела у прокурора. Да, кстати, нам даже не дали с ними ознакомиться. Ну, почему вы здесь, понятно, тут говорится полный консенсус. Но вот что я тут делаю, это действительно ни в какие ворота не полезет. Это действительно вопрос к мировому сообществу. Вы тут гонорис каузе. А вот этого не надо. Не надо мне какой-то гонорис подбрасывать. Людей бы постыдились, ну что вы? Это значит по совокупности заслуг. Ты сидишь за измену родине. Ага, ну а я-то чушь, знаете. Никакая не чушь, я сам на тебя Иуду и написал. Как и написал, куда? В Генеральную прокуратуру, куда же еще-то? Это нонсенс. Я это отвергаю. Это не нонсенс, это статья. Погодите-ка, а кто же это из вас меня-то, а? Знаете, не судите людей строго. И не судимы будете. Приватизацию надо было по уму проводить, а не отдавать заводы за ящик пепси. Это рынок. Это статья. Вот если ты такой темный в экономике, то и сиди тут пожизненно. Я пожизненно? За что? За церетели. Церетели? Это не статья. Простите, что я вмешиваюсь, но если церетели не статья, то я уже и не знаю. А тебя не спрашивают, Раскольников. Почему Раскольников? Я старушек не убивал. Да, ты их ограбил. Зато их внуки будут жить хорошо. Или правнуки. Или не будут. А ну, кончай базар, а то в карцер отправлю. Наркотики, хищение документов, превышение власти, торговля оружием, коррупция, угроза национальной безопасности. Кончится, пальцы скажешь. Все, клевета. Сиди, сиди, ясно, будет безопасно. Ну что, будем, мужики, здоровы. Простите, господа, где мы будем здоровы? Здесь? А что, на свежем воздухе, под охраной. Мы же привыкли с охраной-то, а? Ну что, лыхаем? Не понял. Ай, да все ты понял, все ты понял. Кстати, а где Лившиц? Да, что такое? Все здесь сидят, а он где? Добрый вечер, Борис Николаевич. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, счастья и успехов в работе. В общем, всех благ, Борис Николаевич. Не понял. Слушай, Юра, тут ко мне этот пришел, финансист. Почему он нигде все? Простите, Борис Николаевич, но он, к сожалению, честный. Не, ну так это... Ай. Ну что уж теперь. Входи. Спасибо.
Ребята, я вам сейчас скажу по секрету. Бить не будете, а? Но... Мы ведь через некоторое время опять будем Новый год встречать. Чего? Чего, 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 чего? Часовые пояса-то, они же не так, а вот так. Но... Баранки гну, я вам больше ничего не буду рассказывать. Тупые какие. Я один буду Новый год встречать. Точно, точно, в Москве-то елки небось еще только наряжают. Так и я про что калякаю вам, толдычу, понимаете ли. А у меня там дети маленькие. Что дети? У меня вот внуки. И у меня. Как они там без нас, не понимаю. Ладно, ребята, вы как хотите, а я здесь больше не останусь. Не царское это дело. Простите, вы что же это, я извиняюсь, бежать предлагаете? Да ни в коем случае. Если мы попытаемся бежать, то этим как бы докажем свою вину. Вот именно что. Надо сидеть и ждать. Чего ждать? Надо бежать к президенту и все ему объяснить. Объяснить как следует. Но к президенту не к президенту, но смываться надо. Да неудобно как-то к верховному главнокомандующему без вызова. Если бы вызвал, тогда, конечно. Забота у нас простая. Забота наша такая. Жила бы страна родная, и нету других забот. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня, мое сердце, в тревожную даль зовет. Сюда не сыпать. Вы сбежите, а нам тут жить. С засором. Измена! Измена! Заключенные в побег уходят! Да как вам не стыдно? Ябеда! Ябеда! А что за шум, а драки нету? Я как министр внутренних дел. Еще одно слово, и все твои дела внутри карцера будут, понял? Ты-то президентом точно не станешь. Измена. Измена ходит, разувшись в нашем дому. Измена закинул за спину штиблеты, чтобы не скрипели половицы. Да сядь уже, не маячь. Что ты по голове топаешь? Я себе места не могу найти. Твое место где? Ну ты понял, да? Если не можешь противостоять толпе, надо ее возглавить. Ну что, пройдемте в забой? Пускай нам с тобой обоим. Беда грозит за бедою. Дружба моя с тобою лишь вместе со мной умрет. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня, мое сердце, в тревожную даль зовет. Пока я ходить умею, пока копать я умею, пока я дышать умею, я буду идти вперед. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня, мое сердце, главное, к самому пробиться. Только до Нового года успеть. Ой, днем раньше, днем позже. Какая разница? А, не скажи. Если не успеем, значит, весь год в бегах быть однозначно. Лившиц, хочешь сюрприз? Нет. Ну, хочешь узнать, как Новый год наступит? Мне кажется, это должно быть... волшебной тайной. Ну ладно, тайна, тайна. Смотри. Что это? Смотри, как я сейчас к народу буду обращаться. Уважаемые россияне,
заканчивается 1996 год. Он стал годом очередного продвижения по пути реформ. Не может быть. Что это значит? Это значит, я в записи. Ну что, нравится, а? Вы знаете, Борис Николаевич, живьем больше. Ну, конечно, живьем я больше. Но живьем я совершенно, понимаешь, неповторимый. А тут, пожалуйста, любуйся сколько хочешь. Россияне, прошедший год стал годом очередного продвижения по пути. Тебе слышно? Еще как. А то я могу погромче. Не надо громче. А я могу. Народ окончательно высказался за движение вперед и пошел туда вместе со всем руководством. Руководство тоже окончательно высказалось и перешло на самофинансирование. Сама вышла из кризиса экономика, финансовая и сердечно-сосудистая система. Спад пошел в гору, сам писал. Копались демократы. Ой, где мы? В России. Странно, сколько лет живу на этом белом свете, а такого еще не видел. А где ты жил? Ну, я у Паросии, у Завидова жил, а у Барвихи. Ну, когда такое в Барвихе будет, это уже будет полный успех реформ, однозначно. Не, товарищи и господа, вы как знаете, а я пошел обратно. Там худо-бедно покормят, присмотрят и вообще. Что, перекусим на дорожку? Неудобно как-то. Я чужое не привык брать. Мы, коммунисты, называем это экспроприацией. Не надо нам этой вашей интеллигентской стыдливости, ханжи. Как ты это не называй, а все равно сначала старшие есть будут. Понял, Шнурок? Закончил, пошел в институт и стал комсомольцем, активным я тут. Наркотики, девки, вино, рок-н-ролл. Все это для нас был тогда комсомол. Возглавила наш курсовой комитет девчонка из Риги, 17 лет. За общий досуг я ответственным был, и все дискотеки я с ней проводил. Лола, королева рок-н-ролла, для тебя проблемы пола не существовало. В комитете комсомола весело бывало. От новых проблем задохнулась страна, и нету веселья теперь ни хрена. Но в сердце живут с той далекой поры любовь, комсомол и ансамбль песнеры. Эх, Лола, королева рок-н-ролла, для тебя проблемы пола не существовало. Ла-ла-ла!
Монгола, в комитете комсомола весело бывало. Лола, королева рок-н-ролла, для тебя проблемы пола не существовало. Лола, дочь латышки и монгола, в комитете комсомола весело бывало. Ну, рассказывай. Про что? Про жизнь. Да вы там в общих чертах рассказали уже. Ну, а ты поподробнее. Ну, что поподробнее? Вот снижаем процентные ставки по ГКО. Я тебя про жизнь спрашиваю, дурилка картонная. На баяне играешь? Нет. О, почему? Ну, так сложилось. Плохо у тебя сложилось. А на чем ты играешь? На бирже. О, так. Юра, алло. Алло, Борис Николаевич? Ну, а кто еще-то? Значит так, Юра, ты мне тех обратно верни. А как же их верну-то? Ну, как? Как брал, так и верни. Учили маленько, и хватит. А то хожу тут, понимаешь, один, как пес с лившицем. А они у тебя где, в Лефортове? О, да нет, подальше. Ну, в общем, давай их сюда. Анестезия им, значит, вышла. То есть, это, как ее, амнистия. Так что давай, возвращай. А где все? Домой пошли. А я, между прочим, сигнализировал. И у меня свидетели есть. То есть были. Убили. Убили! Кого убили? Ох, елки зеленые! Вы мне за каждого головой отвечаете. Да где ж я столько голов-то возьму? Не понял? Не извольте беспокоиться. Доставлю в лучшем виде, живых или мертвых. Мертвых не надо. Понял? Покойников оставлять. Конец связи. Вперед! По инструкции вы должны поднять караул в ружье и... Покойников разрешили не брать, так? Уши пошутить нельзя. Ну... За мной! За вами. Давай! Я быстрее не могу. Генерал называется! От генерала слышу. Генерал генералу волк, то есть рознь. А ну подай, подай! А если не догоним? Если не догоним, тогда мне хана. А мне? А тебе и так хана. А зачем же я тогда бегу? Откуда я знаю? Ой, черт, и спросить некого. Драндулетина какая-то. Это не драндулетина, это БТР. Простите, я не знаю этой аббревиатуры. Будете ругаться, пойдете пешком. Ну, это экстремизм, знаете, я это отвергаю. Все в машину. А вдруг она не поедет? Оседаю. Шо, на руках принесли? Норматив на посадку. 10 секунд. Время пошло. Ничего. Вам ее недолго носить осталось. Кого? Шапку? Да нет, голову. Говоришь много. Ну-ка, принеси. Ага, сейчас. А если заминировано? Сообщу родственникам. Ихняя работа. Ты-то с чего это вы решили? Глаза разуй. Так, здесь были Витя, Толя, Гена, Миша, Егор, Саша, Вова, Юра и Гриша не с ними.
Ух ты! Ух ты! Ну, этого не может быть. Это нонсенс. Такая большая машина такой боевой пехоты. Дайте мне шлем, я замерз. Атас, мужики, за нами хвост. Вот, я же говорил. Ты как раз молчали. Ага. Это было красноречивое молчание. А теперь нас убьют. Звонят. К вам звонят. Чего? Говори громче. Вам по мобильному звонят. Скажи, руки заняты. Пусть перезвонят потом. Не стреляйте. Отстави. Десантура не сдается. Ну да, не сдается. Вас же сдали. Хорошо-то как. Я помню, мне было 15. Мы с отцом плыли на ялике. А я в 15 с отцом на комбайне хулиганил. Разные, как говорится, судьбы, зато финал, я извиняюсь, не одинаковый. А я от отца вообще ничего не имел однозначно, кроме отчества. А у меня тут дача была. Эх, какая дача. Приедешь, будто в рай попал. Отъездились. Теперь другие поездят. Вот им. Как сказал поэт, нам чужих апогеев не надо, но своих никому не дадим. Сидела у окна в платье газового дна. Я смотрел сквозь этот газ. Это было только раз. За окном горел закат. На столе стоял мускат крымский. Ты сидела у стола. Ты красивая была. Ой, мужики, держите меня. А сейчас вот я вступаю, о чем пить я не знаю. И слов-то мне не дали, вообще не уважают и ни во что не ставят. Вот так вот, ну, в общем, в целом, вот так вот, собственно. Ты муската не пила! Ты смотрела на меня однозначно. Пока не стих закат. Мы стояли как плакат. Шутка. Ты сидела у окна в платье газовом одна. И за окном сгорел закат. Ну вот,
закончился мускат. До рассвета под луной все стояли мы с собой, не разлучны в этот час. Как «Газпром» и «Нефтегаз». Баста, карапузики, кончились и танцы. А вы-то чего радуетесь? Думаете, срок скостят, что ли? Я себе не думаю. Я вообще не думаю. А ну-ка быстро на первый, второй рассчитайся. Первый. 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 Первый однозначно. Отставить. Раз, два, три, четыре. Слава богу, кворум есть. За мной. Я никуда не пойду. Лучше пристрелите. Ну, смотри. Я тебя за язык не тянул. Только записку оставь, а то опять потом на меня повесит. Доставлю в Москву, там хоть все застрелить, мне не жалко. Только не торопись, а? Не вертухайся, боец, доедем. Что это вы, как католик, креститесь, а? А ну, а нам с тобой какая разница, господи, ну что? Вы уж меня простите, Юрий Михайлович. За что? За все. Хорошо. Кроме приватизации. Ущербный лик встает из-за холмов, в лесу продрогший фавн играет на сопелке, упившийся в соплю бухгалтер Иванов бредет через лес к своей летающей тарелке. Он не бухгалтер, нет, он чужезвездный гость, застрявший навсегда среди российских весей. Он космолет разбил, и здесь ему пришлось всерьез овладевать нужнейшей из профессий. В колхозе путь зари, нет мужика важней. В колхозе у него участок и домина, машина «Жигули», курятник, шесть свиней, жена ветеринар и прочая скотина. Чего еще желать? Казалось бы, живи, работай, веселись, культурно развлекайся, читай Декамерон, смотри цветной ТВ, а то, к примеру, в театр на выходной смотайся. Нет, грызет тоска инопланетный ум, обилие скота не радует, не греет, искусство и ТВ не возбуждает ум. Бухгалтер Иванов пьет водку и звереет. Как волк голодный он полночный небосвод вперяет иногда тоскливые гляделки, и, принявший стакан, потом другой идет к запрятанной в лесу летающей тарелке. Укрытые от глаз ветвями и землей останки корабля
покоится во мраке, куда упал со звезд когда-то наш герой, сломав хребет своей космической коняге. И плачет Иванов, и воет, и рычит, пиная сапогом проклятую планету, и, глядя на него, вселенная молчит. Лишь одинокий фавн играет тихо где-то. Муты фавн, ядрёна Матрёна. Может, еще спеть, Борис Николаевич? Нет, не надо, спасибо. Пожалуйста. Юра, алло. Борис Николаевич? Ты что, издеваешься, что ли? Да нет, ни в коем случае. Слушаю. Где они? А, в пути. Ты их на Воркуту, что ли, загнал? Да нет, подальше. Ну, никому ничего поручить нельзя. Вот, понимаешь, народ достался. Ты вот что, Скурантов, если, значит, до Нового года они не будут здесь, то после Нового года ты будешь там, Ферштейн? На Тюрлих. А вас, Лившиц, я попрошу остаться. Идут на север сорока огромные, кого не встретишь, у всех указ. Взгляни, взгляни в глаза мои суровые, взгляни, быть может, в последний раз. А завтра утром, покинув Пресню, я уйду этапом на Воркуту и под конвоем своей работы тяжкою, быть может, смерть свою найду. Друзья укроют мой труп бушлатиком и на пригорах меня снесут и похоронят судьбу мою жиганскую, и тихо-тихо так пропоют. И тихо-тихо, не дай бог, так пропоют. Рогур-рахар, под лобки пьяни, к марцители тома. Шеварадзе таври, абуладзе градзе и оканчели. Шодару ставели, махарадзе Моцарт, атари тетра. Чаурели сопа, магвене хуцеси, атари авеци. Чита брита, чита маргарита. Шито, крыто, шито и зарыто. Все. Выражаясь чужим языком, однозначно. Аргоги гамидзе, кинзмараули, кванчкарагурчали. Генац вальмацони, лоби осацили, хашвази зубани. Генац вальсланадзе, диафрентетразе, динамодвиси. Прагви Кутаиси, Перья и Коба, Сосо Джугашвили. Чита Брита, Чита Маргарита, Па. Шита Крыта, Шита и Зарыта, все. Вот так вот у целом. Пам-пам-пам, парам-пам-пам, парам-пам-пам, парам-пам-пам.
Москве зима без осадков. Москва. Где ж садиться будем? На кольцевой. Покрытие выдержит. Не успеем. В центре надо садиться. Я, конечно, извиняюсь, но вот немцы, например, на Красной площади любят садиться. А мы что, хуже? Приготовиться к посадке. Дорогая моя столица. Ужасно, дорогая, ужасно. В Цюрихе и то все дешевле. Но куда дальше рулить будем? В Кремль? Не прорвемся. А если на таран? Давай к метро. Куда? Сейчас направо, через переулок налево. Зайдем через туннель. Надо, куда едешь, козел. У кого деньги есть? А много надо? Да вроде пятачок всегда был. Во память, а? Юрий Михайлович, почем у вас метро? Ну, в среднем километр обходится городу. Да не километр, а вход. Ребята! Ребята, дошли! Дошли! Товарищ генеральный, веренный мне ограниченный контингент. Я извиняюсь, вы все-таки выбирали самовыражение, да? Сам ты ограниченный, понял? А вы, господин Скуратов, за все заплатите. За что, ребят? Ну, хотя бы вот за метро. Секретная ветка. Чтоб, если что, раз и на дачу. А если что, и на даче тоже. Ну тогда труба. Я шагаю по Москве. Я шагаю по Москве. Я шагаю по Москве. Вниз по улице Тверской. Кто по Нью-Йорку, кто по Лондону. Я по Москве люблю шататься и с девками-американками у стен кремлевских обниматься. Люблю взглянуть в глаза Америки и под себя ее подмять и в ушко ей шепнуть по-английски. Умом Россию не понять. Я шагаю по Москве. Я шагаю по Москве. Я шагаю по Москве. Вниз по улице Тверской. Кто по Пекину, кто по Токио. Я по Москве люблю шататься и с косоглазыми японками у мавзолея обниматься. Люблю взглянуть в глаза Японии и под себя ее подмять и в ушко ей шепнуть по-английски. Умом Россию не понять. Я шагаю по Москве. Я шагаю по Москве. Я шагаю по Москве. Вниз по улице Тверской я шагаю по Москве. Я шагаю по Москве. Я шагаю по Москве.
вниз по улице Тверской. Между прочим, уже 23:51. А я, знаете, всегда считал, что этот туннель – чистая легенда. Если б только про туннель. Желаю вам счастья, дорогие россияне. Вы его, понимаешь, заслужили. С Новым годом! С Новым годом, дорогой! С Новым счастьем! Спасибо, спасибо. Ну, думал, не доживу. Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором земля и небо вспыхивают вдруг. Свидание час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Мы так близки, да, что слов не нужно, чтоб повторять друг другу вновь. Что наша нежность и наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь. Свидание час, знаете, придет к нам снова, однозначно, вернешься ты. И вот тогда все начнется. Тогда дадим друг другу слово, что будем вместе, вместе мы всегда. Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором земля и небо вспыхивают вдруг. Свидание час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года.